Серый Summer Pack, каждому бомжу тут рады. Если натворишь чего, мусора тебя накажут. Некоторые в наглую качают тут скиллы. Если нужен четкий гаш, то к ацтекам подходи, не стоит так палиться. Нахуй пишешь это в чат, Эль Капоне всех забанит. Кто не прав и тех, кто прав, да бывает тут. Разводят и на бабки, предлагают биты по пятихатке. Кто-то, бля, барыжит пушкой дигл за 3К. Кто-то тут поднялся этим до вершины РП. Смысл тут один и цель у всех одна. Стать админом сервака и тупо посылать всех на. Я, конечно, тут не мачо, нету мусорских погонов. Выбрал я тропу другую против мирного закона. Не люблю закон за то, что есть там крысы. Кто-то возит маты тихо для бандитов, при этом убеждают, я ни в чем не виноват. Мне за эту всю хуйню предлагали автомат, но я не согласился, нахуй это надо. Если нужен арсенал, то его за так доставят. Многие играют и не хотят бросать. С каждым новым днем их левел будет вырастать. Но в конце концов эта вещь нам надоест. Надоест тогда, когда весь мост проезд. Многие играют и не хотят бросать. С каждым новым днем их левел будет вырастать. Но в конце концов эта вещь нам надоест. Поиграли, хорошо, блядь. Сука, хорошо, поиграли, блядь. Сука, ебаное говно, блядь. Сука, блядь. Блять, похорошо поиграли, да, хорошо, блять, сука, нахуй. Да, меня забанили на сам ПРП, но не просто забанили, а еще и обнулили, блять. Вот мой аккаунт, но он первый левел, сука, заебашим его вместе. В общем, играть я теперь буду реже, и снимать я тоже буду реже, так что будет выходить пока что охота на бомжей, наверное. Ну, может, и летсплей будут почаще, у меня там отснято 2 серии. Меня забанили за передачу аккаунтов, я сам виноват, потому что додуматься надо было на спиженном аккаунте играть и, сука, иметь на нем дом за 6 лямов, машину буллет. И да, кстати, я купил буллет, это сейчас покажу я, как он выглядел. Я меньше часа на нем покатался, кстати. Хотел уже летсплей записывать насчет этого. Но тут Антон Блок все-таки кто-то ему либо настучал, либо как-то узнал, либо просто проверить решил, либо кому-то было... просто поугарать, написать на меня жалобу, а так получилось, что действительно аккаунт у меня был спизжен, и так вот все совпало. В общем, играть-то я буду, все равно, наверное, у меня есть еще все-таки Мэтью Росс, тот аккаунт, с которого я в армии еще играл, но он там 6-й левел, но это не важно, у меня уже есть 2 миллиона вирт, и в скором времени я, наверное, все это верну себе. Жалко, конечно, буллет, и скин там за лям был, ну и аккаунт 14-й левел, но аккаунт не мой, я его спиздил, взломал точнее. Ну, в общем, сам виноват, да, никто это. Передача аккаунтов, если запрещена, то значит запрещена все-таки. Им насрать вообще на все. Ну и кстати, да, Эль Капоне, знаете, такого админа сам продает аккаунты. Но, блять, его крышуют или что такое. Я не знаю, короче. Блять. Им просто надо, чтобы вы донатили. А вот это вот, блять, донат, это их, блять, хлеб и вода. А если вы не задонатили, вам в репорт вообще будут хамить, там не отвечать вообще. А если вы задонатили, то вас будут все время телепортировать, потому что VIP-аккаунты имеют большой спрос при покупке. Они будут вас телепортировать, где ты регал, все такое. Вот, сейчас покажу, блять. Вот, это мой аккаунт, просто нули, нули, нуль, а, блять, все, нули, все, ноль, просто ноль. Все, вот вчера это было, 14-12-12, просто ноль. Вот ноль, все, просто обнулено, блять. Все проебал. И буллет, блядь, и скины, и скиллы, и все, блядь. Все просрал, блядь. Проебал все полимеры. Так, я вот думаю снова на первом играть. Где еще? Там вообще те сервера как-то неохота. Онлайн маленький, так, и да и вообще как-то. Вот. Ну, наверное, с Мэтью Россом я буду играть. Сейчас я напишу ник его. Вот это вот мой аккаунт. Он как твинк у меня. Все такое. А так вот, я не знаю, что мне делать вообще, снимать мне, может, на других каких-то серверах, пытаться там что-то, может, ну, летсплей, я сразу говорю, будут реже чуть-чуть выходить, потому что, а что мне снимать-то нечего, чё, как я опять, блядь, там бегаю бомжем, блядь, ну, не совсем бомж, но 6-й левел у меня там, скоро 7-й, там 2 ляма уже есть, я успел набрать их уже, там это я, в казино, да, вся такое. Там у меня и так уже лежало там где-то 1500-400 где-то так. В казино получилось, еще повезло. А вот так вот я не знаю, что мне сейчас делать. Я полностью обнуленный, пиздец полный.
Да. Сам виноват, короче, админы тут все правильно, в принципе, сделали, но им больше всех надо, впадлу это им было, вот, всех банить, да. Люди играют, сука, на этот, блядь, на дом, сука. Потом это все просирать, чтобы, блядь, им никогда этого не понять, потому что они эту админку по блату заслужили. По сути, они ни хрена-то и не сделали. Им и проект сам говенный, да, вообще, вообще хуйня полная, да, уже давно стало известно. Когда РП гетты отменили, вообще там мясо началось, сука. Сейчас, блядь, эти мафии на мясовозках, сука, и скоро ФБР на этих мясовозках начнет ездить, блядь. Я вообще херею просто. Я их переворачивал, только так ездил. Он бомжи бегают, аптечку ищут, блядь. А я бегаю тут, блядь. Делать вообще уже нечего. Ну, я сейчас зайду с Матюроса. Там, ну, не знаю, заходить или нет пока. Вот они забежали в дом, пойдемте их отпиздим. Так. Будет одна охота на бомжей, я буду всех подряд, не только бомжей ебашить, а и мажоров всяких. Мне еще насрать нахер, я здесь, сука, что за херня? Ты иди сюда, сука. Иди нахуй сюда, блядь. Не обнулили, а вы тут, сука, домами, сука, обмениваетесь, сука. Машины, сука, гашеные покупаете, сука. В мой цвет красите, сука. Точно, 106 цвет мой. И колеса как у меня были. Но у меня на буллете золотые колеса там стояли. Сейчас я покажу, кстати, этот буллет. Так. Что ты стреляешь, подлюка, в машине?